дыхания. Можно практиковать, не обязательно выделять специально. Для этого не нужно на пол, не обязательно взять. И этот процесс, то вообще поддерживаем, заниматься дыханием всегда и везде. Направлять свое внимание, поддерживать свое осознание. Всегда чем-то, какой-то, где бы мы ни находили, есть возможность свое дыхание. И это процесс двух, это классический дыхание. Насколько это возможно, этих умений, навык, чувствовать его, убать его и надерживать его, когда оно застает, он под влиянием духа. Поддерживаем. Дыхательный процесс, как это ни странно, то есть без особого угла, просто на осознанном нужно проходить процесс вайбиши. Заниматься вайбиши, но никто не знает. Дыхание может быть очень неявным, очень непроявленным. Заметно людей, это маленькое дыхание, которое человек без дыхания, да, правда, без явного дыхания, без полного дыхания. Второй элемент вайбиши, сейчас я начну спрашивать, как же каждый из вас, даже если вы не знаете, чтобы обеспечить легкое дыхание и легкие по телу, для этого определенным состоянием. А у нас, у человека, в отношении тела, наше тело может быть очень в разных, очень напряженной градации состояния напряжения. И помним о прекрасных минутах, когда мы были действительно, когда мы были удовлетворены, сейчас ощущаем реальный мир, мы дышали. Мы же не такое дыхание связано. И когда мы вспомним, что какова была степень, мы наверняка склонились, точно расслаблены. Его поток из чувства ощущения. Расслышали. Есть второе элемент, расслабление, стремление. Здесь наш товарищ в этот момент. Почему? Про полное разрешение. Что есть полное разрешение? Yes, это смерть. Поэтому приходится делать популярные фигуры в России. Но не так полно стоит. Итак, я вижу, что полное разрешение. Практикуем. Ставьте внимание на тело, не останетесь таким, каким вы. Посмотрите, есть ли еще как нужно. Вы сейчас сидите. Посмотрите, есть еще мышцы, которые расслабили без потери. Если что, опустить. Вместе не провели. Еще учебу нужно опустить. Еще. Вайбишн предлагает все время находиться в этом процессе еще больше. И Вайбишн, это вещь, которая не только связана. Это предложение нам просто по поводу неотступно сейчас присутствует. Есть какое-то чувство и сохранение. Ослабление по поводу своего напряжения. Расслабиться по поводу своего напряжения и расслабленно осознавать. А что мне делать ужасного чувства интенсивно с вами? Расслабиться и спокойно напряжение чувства. Дышим. Вперёк, а вдоль. Что напряжение плохо и пришло. Или дала не знать, насколько я тихо там рядом со мной дышащий и плачет. Включаем такие вещи. Ну, поэтому расслабиться по поводу. То, что как божественным любим расслабиться. Расслабиться не потому, что расслабиться так ужасно, дышать не умеет. Потом бросает дышать совершенно неправильно. Поддерживаем дыхание, как мы можем. И как сейчас этот дыхательный процесс своих напряжений не может сейчас делать, чем он делает реально. Это элемент вайбиши, это расслабление. Это рылый элемент вайбиши. И сейчас будьте добры, что есть в теле, посмотрите, можно отпустить. И это тоже отдельный момент, к которому можно прибегать в обычной жизни. Например, что я сейчас могу отпустить. И так и каждый те элементы вайбиши. Правда, когда они вместе сочетают замечательный букет, как жить качественной жизнью, дыхание. И стремительно замечательно отдельно разговаривать. Эти элементы вайбиши тоже, конечно же, вы, безусловно, прибегали к нему сегодня. Все время прибегайте к нему. Естественные вещи для человека. Мы хотим, чтобы наша жизнь, когда мы хотим, чтобы мы могли видеть детали происходящего, стороны. Нужно просто на стороны и на грани узнать, что они есть. Есть нюансы, есть детали. И по пониманию детали насладиться ими. Где-то мы видим того, что мы знаем, того, что осязаем, думаем, того, что чувствуем. И третий элемент вайбиши – внимание переводов. Они все об осознании деталей. Увидеть краску, увидеть стороны происходящего. Объемное внимание. Полная, объемная практика. У нас есть такой любимый практика вайбиши.
Смотрите, несколько дней раньше не замечали. Что здесь есть еще? Не отметили, что вы ли видели? Ну нет, позвольте себе сейчас процесс осознания детально. Смотрите и развлекайте себе, нахождите и утрудитесь непрерывно. Как только внимание остановилось, сразу же предлагайте строить себе процесс исследования непрерывно. Свои реакции. О, это же невозможно, блин. Да как это? Я быстро. Реакция. Свое отношение к процессу новое. И сделаем. И дальше. Как нашли. Вы направьте внимание, пожалуйста, цвета. Увидьте не цвета. Один цвет. Идите дальше. Сейчас звуковые послушайте пространство. Происходит в вашем общем состоянии. Нуждаетесь обращать внимание. И видите свое внимание. Наблюдаете физическими формами. Знаете разнообразие форм. Подходите друг к другу, смотрите, какое многообразие информации. Сейчас просто почувствуйте запахи. Еще очень важно привести свое внимание, понаблюдайте за конфигурацией того пространства. Еще есть под ногами, двери. Еще, может, пустые пространства, как вы видели, посмотрите. Вместе мы можем, так, внутренний процесс, чувство. Переживая состояние, находится в каком-то. И направив на него, можем выйти, войти. Вообще его многим людям. Вопрос, да, многие, что вы сейчас чувствуете, скажу. И это тоже знание на то, что сейчас с нами сейчас находимся. С своими чувствами, осознание их и признание, трансформация. С любыми чувствами, какими бы они. И у них есть позволение себе направить. Это часть выше. Внутреннего пространства. Ощущение. Напряжать. Закалывание, пощипывание и так далее. В технике Вайвишн думайте ощущения, количество подавленного возрождения, сформированного в детстве, свой дыхательный процесс, внимание, изменение наше тело, наблюдание, текут по телу, в самых тонких нюансах, еле замерзших. В нюансах ощущений в свое восприятие от самых ярких, от самых грубых, позволять себе идти в своем ветю, салаям ощущениям, к теку, мерцающим. В итоге с восприятием, наверное, кажется нам это или ВКонтакте, то есть свое лучше сознание, чтобы иметь возможность быть вами, самыми своих ощущений. Итак, третий элемент поймания, детальное сознание, объемное внимание, детальное. Внимание ко всему тому же на дыхательном процессе, чувств к тонким звездам и ощущениям. Четвертое. Гибкость контекста. Гибкость контекста. Русский учебник по психологии он называется. В английском он таким образом. Интеграция. Интеграция в экстаз. В этом элементе показывает выбор, который... На пути решения вопроса жизни. Полноту и течение. Или что-то другое. То, что этот элемент, да, выбирать
в управление жизнью. Это здесь нет выбора. Здесь есть вложение. Если вы решим выбирать наполненность, выбирать течение в вашей системе ценностей, вас склоняет жить. Интеграция в экстаз, гибкость в переводе, больше мнения, больше позволения рядом с изменениями. Варианте активный выбор. Я склоняюсь каждый раз, когда передо мной уйти, остаться. Продолжение предлагает присутствовать, продолжать расслабление, внимать направление в разуме, в жизни, этим можно очень много. Это практика, которая активная, полная жизнь, плюс получение удовольствия, удовольствие практики, где еще можно так формулировала, обязана получать удовольствие в этой технике и стремитесь к тому, чтобы получать. Вайвишн о том, что это действительно мышца, которую можно развить. Позволение. Это то создать. И практика – это замечательный инструмент. То, что бы ни происходило, это удовольствие от всего. Очень мощное. Предлагаю обдумать, практиковать. Это часть вайвишн. Четвертый элемент. Или так. И опять тоже удивительная вещь, учить таким образом. Или до. Делай, что ты уже делаешь. Willingness. Желание. На воле. Достаточно. Целеполагание вашего желания. Достаточно своих целей. Что ты уже делаешь сейчас. То, что есть сейчас божественное, достаточно. Удивительное. Это активное доверие. Активное доверие. Доверие к себе, к дыханию и далее. И когда мы проверяем на практике, все работает, да, когда мы сам нам приносит практика активная, тогда активная для человека в процессе вайвишн существует вместе пение, которое мы учимся. Вайвишн, когда удается безусловно, счастье. Вот, а всем вставшим на путь, уже подспорье, поддержку. Семьи каждый раз как-то, о, нет, я могу вдохнуть, славиться. Могу ли я сейчас насладиться и сделать это удовольствие? Могу ли я сейчас еще больше, мне сейчас нужно активность давить? И в них, это так очень раз нужно оценивать обстановку, что сейчас есть смысл поддержать элемент вайвишн, сейчас быть. В единстве сами. Правильно сделать в своем мозге. Это технология. Это три. И это очень удобная техника для того, чтобы быстро научить человека с грамотным. У нас есть час, полчаса. Все время, которое на контакт. И там полноценный, качественный вайбрейшн. Учение через три пункта вайбрейшн. Еще один способ передать. Плюс с пятью элементами существует обучение пункта. Насладитесь течением, совпадением. Называемый. Первый пункт звучит так. Самое сильное ощущение. Вдыхайте через... Речь только о вдохе. Вдохе вообще. Речь, да? Это поддержание. Делать свой вдох. То, чем мы занимаем внимание. Вдохе сильное ощущение. То человек ощущает ощущение, что они разнообразны, более яркие. И что есть смысл выделить расходящее в теле, направлять этот участок тела внимания. Тщательное привлечение внимания человека к своему детали. Выбери самое сильное. Вдыхайте. Так звучит первый пункт. Второй пункт звучит таким образом. Следуйте тонкие изменения. Тщательная позиция. Да, не просто наблюдатель человека. Тонкие изменения меняются. Тело. Это вообще природа. Естественное желание, ощущение. Лечение внимания к тому. Мы можем, да, наблюдать за и двигаться по следу. Исследуйте изменения, ощущения. О, subtle and sensation. И третий пункт. Как вы думаете? Без него вайвишн совершенно точно это и получает это удовольствие. Пишите себе, позвольте себе. Все от этого относитесь в контакте. Такое людей, прохождение грамот, и сколько на свете, да, есть мест, много инструкторов существует, очень были качественные, как пять элементов вайвишн. Замечательный, прекрасный проходить дыхательный процесс грамот. Делать внутри, на что обращаются объектом.
что объектами медитации, на что мы направляем. Кажется, что это очень большое в отдыхательной работе. Такое называют очень любовно. Это техника, методика, которую легко использовать. И в этом ее очень и заключается процесс, процесс дышащий, используя технику, методику или трюки. Кто их и им называется профессиональной техникой. Есть ли какие-нибудь вопросы к тому, что будет сказано? Как вернуть страх, да? Да, нужно отдыхать страх. Мы можем направлять свое внимание, где сейчас, на ощущения. Вдыхать ощущения. Образ. Вдыхайте не ощущения, через. Вдыхайте через час. Осознаете самое яркое ощущение. Звучит пункт. Исследуем тело его, выделяем ту самое яркое физическое ощущение. И представляем. Это мы прекрасно понимаем, да, что используем дыхательный аппарат. Это наш способ привлечь свое тело, своего сохранения, дело, где сейчас локализовано. Поддержание, да, дышать легких, которые где находится это ощущение. Поддерживать пол, использовать легких для того, чтобы дышать. Вдыхать ощущения нельзя. Представлять себе, что мы вдыхаем тело, где сейчас находится самое сильное. И на протяжении процесса у него хроническое дыхательного процесса может быть сильное ощущение в одном и том же ходить. Сам может меняться влево. И наша задача двигаться внимание. Самое сильное ощущение. Оно является самым сильным ощущением. Двигаться дальше и встречаться с самым сильным. Сильно. Если боль усилится. Да. Само себя ведет это физически. Очень по-разному. В какой-то момент произойдет усиление, разное понимание, что взаимодействие с болью, разное движение этого ощущения разное. Да, боль, дыхательного процесса. И я бы вас поддержала, если в дыхательном процессе у вас возникнет, я бы вас тихонько повыше. И от этого получите максимальное удовольствие, и от этого ощущения. На самом деле лучший способ, самый грамотный нам своей боли. И в этом ощущении и самое сильное позволяет ощущение отпускать. Чесать пятку, то покалывание, пощипывание, радость, раздражение и прочие чувства. Тот же подход. Там это слепарство. Просто сравнить слепарство. Похоже, когда я... просидел свой первый курс, у нас там было несколько человек, которые, как только мы подбежали друг к другу, с какое счастье, прикоснулись. Мы несколько человек любители, и каждый сказал, это замечательно, что древние времена было очень приятно. Похожий подход. Будьте добры, есть ли вопросы? Ощущение можно искусственное? Можно ли сделать искусственное ощущение? Ну, там возникнет. Можно погладить, Сейчас обнимемся. Мы стремимся иметь лишнего. Фантазии думается, что такой замечательный, удивительного. Будь внимательным к тому, что постепенно, специально привычка расслабления в процессе. Потому что люди начинают, что на самом деле с ними происходит. Он именно об этом, как известное, достаточное. То, что... И в этом смысле мы должны создавать лишних сигналов. По отношению к своим дышащим. И там, если вы припомните, сделали ли вы лишние действия, кто сидел, при действии расслабить своих дышащих, было ли что-нибудь искусственное, то, ну, как сигнал, который для... не обязательно, что было отличным. И мы стараемся себя или своего дышащего делать процесс только, чтобы мы все есть, не создавать сигналов. Лишние. Это большая творческая, задача. Такая задача. Внутри всегда приборчик был им или нет. Учиться. Нет, практиковать. Мы должны принять то, что происходит. Понять, что происходит, создать никаких там дополнительных. Поэтому конечно, расслабить чувство вины, откорректировать свое действие. Брать больше информации, больше о жизни, о себе, о продательном. Начинать корректировать, но более точных. Только приняв происходящее, корректировать, не отрицая того, что замечательная корректировка, это движение точности, вплоть до полного.
каком бы не совершенствоваться. Свои действия, свою точность и так далее. Того, что произошло? Далее. Да, произошло. Принявшись по этому поводу, было ли это точно, было ли, да, анализ, и это никто еще не отменял. Мы позволяем себе прорабатывать наши излежалые состояния эмоциональные. Тем больше разрешения человека, тем больше, чтобы принимать точные решения, действовать в соответствии с своими представлениями о них, и которые приходят, чаются. Сверху навсегда. Точности действий. Все дыхательные правильные, любая практика, но о том, что точность, да, и действительно нужно начать корректировать. Мы говорим correction without или корректировка, поддержка себя и других людей и корректировать свои без оценки, что происходит. Не осуждаю. Давай. То есть вот каждый раз возвращаться таких вот отношений лишь некоторые вещи скандинавские. Ну, создав физическое в том числе, конечно, абсолютно, абсолютно в меру. Лишь делает, продолжая покопаться, находясь в пяти, получает удовольствие, стремится к радости, связанным дыханием, расслабляет, видит самокопание пока в технике не с ума, специально пока. Вот. И понятно, откуда возникает это желание быть сохранным человеком. Какого рода вопросы отвечаем? Давайте в пяти элементах. Психическое здоровье сохраним. Хорошо, еще вопрос. Конечно, можно. Конечно, работе заниматься, поддержка свои 10-20. Укрепиться в технике, сравняться с ней, оставить внутренний навык на дыхание, делать это на уровне, так называемое расширенное состояние, которым нужно адаптироваться, нужно относиться к нему и быть в начале, под присмотром обстановки, паник в нем и сохранение своей жизни, тела, нарабатывается так, и там заниматься легким связанным. Время знает, что мы очень дыхание. Нужно быть очень к себе бережными. Вот, и когда вы уверены, это когда вы выезжаете трассу, понимаете, что вы сохраните жизнь. То же самое в этой практике. Опыт, когда бьет технику, тогда есть смысл идти на улицу. Всегда определить, всегда решать. А со временем нет почтения? Да, есть со временем протяженность. Да. Как и в ребёфинге, это свой час-два формально. И без в легком дыхании в пяти пунктах. Бесконечно. Быть очень аккуратным с тем, чтобы эти глубокие дыхательные прочелы, там люди, не прошедшие 40 сеансов, становится не очень функционально. И вы сегодня, наверное, заметили, как бы дыхать, сохранение сидячих от открытых. Сложно было это, парни, сложно было сохранить. Нормально, это естественно, тело будет учиться. Если вы будете дальше заниматься, там, делать проще, проще, проще. Видите, что вам легко находить в своем дыхательном. Главное сохранить жизнь. Сохранение с человеком нужно дальше, дальнейшее практика. Главное сохранить жизнь. Есть ли еще вопросы? Не совсем по теме, немного по-английски. Кажется, осознание. Да, осознанное дыхание звучит по-английски. Connected breathing. Connected. Иногда вместо слова сокула, циркуляция. Breathing. Complete. When integration and doing. Do whatever you do. Конти точно? Нет. To become, be aware of awareness. Еще раз? Yes. Хорошо. Будьте добры, пожалуйста, присядь. Лежи мягким движением. Сядь. Сейчас пройдет дыхательный процесс войны. Дыхание глаза в глаз, лакомых кусок. Дыхание. Для этого должно быть. Сейчас посмотрите у сидящего, а есть своих соседей, можно подальше. Это дыхательный процесс. Для нас он будет внимательным. Легчайшее, можно, связанное с осознанием. Легчайшее связанное дыхание. Мягкое, мягкое, когда вы ничего не делаете себя дыханием. Связанное с осознанием. И вы будете двигаться глазами. И кажется, в том, что вы вошли контакт в глаза, вы остаетесь.
и сколько желаете, дышите с ним, глядя ему в глаза. Вы принимаете решение пойти сюда, и как только видите, что глаза в глаза с другим человеком, сколько времени, сколько вы желаете. Это будет процесс свой, где мы будем работать первый. Вдыхаете сообщение. Следуйте тонкие изменения удовольствия. По технике. Хорошо. Я бы предложил дышать. Добрый, мы начинаем сейчас. Вот и вверх. Глаз намочил. И как только вы заметили, у вас и входите в легкое, связанное. Позволяете себе свои чувства. Дальше. И остаетесь человеком. Сейчас вы не находитесь в компании человека, вы двигаетесь, идете по лицам других, двигаетесь. Если вам хочется плавать, есть, пожалуйста, легкое дыхание. Огревский вдох. Запущенный выдох. В середине. Большое знание. Такую большую резину была принята. И одна из частей дыхательного процесса. Очень важная часть. Время себе прожить еще процесс. Или выразив его каким-то. У меня есть ко всему присутствие. Следующий урок. Выразите свои. Процесс дома. Вот, взять кран. Да, с том бумаги чувствовать свое дыхание, тело, самим собой, в своем сегодняшнем дне, процессе, о том, какие переживания вы сегодня себе. Да, пожалуйста. Да, конечно. Но в первую очередь тебя это наше позволение. Именно сейчас происходит сознание.
позволить недовольно, может быть, выразить новое, новую форму, не стихотворную форму. Спасибо большое. Пять элементов появления в отношении вы сами сказали «Вейши». Конечно, связанное с элементом «Вейши» исключительно. Но сегодня делили, и вы практики того, что было. Насколько ваша вспомните, удалось быть чувство, подслеживание сегодня о своем духовном присутствии. Вы стремились к тому, что человеческое, то отвлечение случается. Наше внимание требует укрепления. Конечно же, время от времени мы можем где-то еще дыхание. И дыхание ребенка, и понемножку продвигаем, которые мы отводим, мы отделяем на дыхательный процесс, связанный осознанным чувством. Осознанное дыхание. Может, я для этого не обязательно выделяю. Для этого ложиться на пол, устраивать драк. Этот процесс связан, что любой дышащий поддерживает замедленное дыхание, всегда и писать, направлять свое дыхание, поддерживать свое дыхание осознанно, всегда чем больше. Тем более, у нас всегда есть возможность осознавать свое дыхание. Калибрирование – это процесс, это классика. И насколько жизнь, эти умения, дыхание, чувствовать, признавать его, поддерживать его, когда умирает, дыхательный дышим, как это не с дыханием. То есть без особо. Просто на осознанное дыхание нужно. Человек может заниматься своей выше, находится. Дыхание может быть очень нежным, не с других людей. Его мягкое дыхание. Процесс без дыхания. Да? Без явного дыхания, без полного. Второе, естественно, если сейчас я начну спорить, каждый из вас какой-то, даже если вы не знаете, для того, чтобы обеспечить легкое дыхание, то ощущение по телу, это очень определенный психолог. А у нас существенные отношения. Наше тело может быть очень, оно может быть очень напряженное, слабое, деградация, состояние. И там вспомним о прекрасном, когда мы были действительно рисовали, когда мы были, как мы сейчас ощущаем, миру. Мы в этот момент дышали, легкое дыхание. И когда мы вспомним, происходило, каково было время, мы были достаточно расслаблены. О, идет поток из чувств. Вайбришн. Есть второе, полное расслабление. Здесь наш Тарскал в этот момент смеялся, почему он поставил полное. Что я поставил? Если. Поэтому приходится нам очень популярной фигурой в России. Это расслабление. Ну, не так полное. Да. Элемент вайбришн. Мы сейчас его практикуем. Вы направьте внимание на движение, останьтесь таким. Вот и просто посмотрите, есть ли вам сейчас нужны. Вы сейчас сидите, слушаете. Вы смотрите. Делайте ничего. Посмотрите на эти мышцы, которые расслабили без пальцев. На голову. Через все. Здесь нужно отпустить. Время вместе не провели. Еще сейчас нужно отпустить, еще. И вайбришн предлагает все время находиться, расслабиться еще больше. Вайбришн вещь, которая не только... Это предложение по поводу неотступно сейчас, не уперлись в какое-то чувство самого. Это расслабление по поводу своего напряжения. Расслабиться по поводу своего и расслабленно. Что мне ужасно чувствует сейчас? Расслабиться и спокойно делать это чувство. Вайбришн. Вперёк, обдоль. Говорим, что напряжение плохо сейчас пришло. Желание знать, насколько я там лежит дышащий и плачет. Замечаем такие вещи. Мы расслабиться по поводу. То, что есть как божественное. А затем расслабиться. Расслабиться не потому, расслабиться дышащий, так ужасно дышать. А потом бросает дышать. Совершенно неправда. Мы поддерживаем так, как мы можем, как это дыхание, про всех своих, например, человек не может сейчас делать, чего он делает теперь. Элемент вайбришн, это раз, второй элемент вайбришн. И сейчас будет еще что есть в теле, что можно отпустить. И это только отдельный инструмент, который можно в обычной жизни от себя, что я сейчас могу. И так как из пяти элементов вайбришн,
А когда они вместе сочетают замечательных детей, жить качественной жизнью, отдыхая. Замечательно. Один практиковать. А третий элемент твоей тоже, конечно, вы, безусловно, прибегали к нему сибирски. Все время прибегаете к естественной вещи человека. Когда мы хотим, чтобы наша жизнь, когда мы хотим, мы могли видеть детали происходящего. Но просто на стороны надо просто узнать, что они есть. Есть нюансы, есть детали. Мы внимаем эти детали, насладиться. От того, что мы видим, от того, что воняем, от того, что осознаем, от что думаем, от того, что ощущаем. И вот эти элементы нравятся. Внимание, перевод память, осознание где-то себе, увидеть краску, увидеть стол происходящего. Объемное внимание, полное, объемное. У нас есть такой практик, внимание себе. В смысле, не спеша, раньше не замечали. Что здесь есть, чего вы не отметили или видели? Позвольте себе сейчас процесс осознания. И развлекайте себя, нахождение. И утрудитесь непрерывно, как только внимание остановить. Сразу же предлагаю устроить себе процесс нового. Все свои реакции. О, это же невозможно. Ну как? Сейчас я могу сделать свое отношение. Ищите новое. Идите дальше. Добро направьте внимание. Цвета. Увидите разные цвета. Ну или один цвет. Видите? Сейчас звукайте, послушайте просто. Наблюдайте, что происходит, или там как-то утруждать. Сейчас, пожалуйста, переведите на такую вещь за геометрический. Области чем привести свой пустоты вокруг пустого пространства. Человек всегда в эмоциональном состоянии. Побольше мы можем. Ну, например, вопрос, что вы сейчас ничего. Начинаю направить внимание на эмоциональное, какое чувство мы сейчас на своим чувством. Сознание огромное, сильнейшее, с любимым. Есть краски, позвони мне. Это для практики дальнейшее. Ошибаю. Физические ощущения. Жать, совать, покалывать. Нам в технике через физически ощущается большее количество территориальных ухождений, годы жизни. Важно для своей жизни. Когда мы проходим свое дыхание, стал обращать внимание на те ощущения в нашем теле, как ощущения самых тонких, самых мерцающих. Но и идти в процессе восприятия самых заметных,
позволять им восприятию, проходя по слоям еще, пластичными, официальными, остаться с восприятием, когда мы уже не знаем, как же находимся в контакте, дышать, оттачивать до такой степени, чтобы мы самыми деталями не изменили в своем чужом. Итак, объемное внимание, да? Внимание человека с нами дыхательно, детально, чувство, ощущение. Дальше. Называется грузка, учебник, таким образом. Фраза звучит таким образом. Into ecstasy. Радость, интеграция, в этом время движения. Техника. На пути смерти или жизни. Или это то, что этот человек именно это техника. Предложили эти вайбрейшн, выбираете наполненность и то, что ваших воздерживает. Интеграция в экстаз. В русском переводе наблюдение, быть рядом с английским, от того, что каждый раз не делать, уйти или остаться. Вайбрейшн предлагает присутствовать, продолжать расслабляться, выбирать направление, В этом элементе можно очень вкусово, замечательно. Вайбрейшн – это практика, жизнь, активная радость. Плюс получение удовольствия, необходимость, как получать удовольствие, инструкции практики. Техника, которая так формулирует, вы обязаны, вы находитесь в этой технике, вы в себе и стремитесь к этому. Вайбрейшн говорит о том, что как это действительно мысли, которые мы качаем. Это удовольствие. Видите? Это то, что мы можем себе создать. Это практика, дело в том, чтобы не происходило. Мать получать удовольствие, это очень важно. Я предлагаю думать, что практиковать. Это часть вайбрейшн. Часть контекста. Это уже удивительно. Английский звучит таким образом. Вот это и иду, знав. Делай что-то уже. Willingness. Willingness. Знав. Желание. Желание. Плана. Воля. Достаточно вашего целеполагания, намерения. Достаточно своей интеграции. Делай что-то уже. Делаешь знание того, что есть здесь. Желание достаточно. Фраза таким образом, это активное доверие. Активное доверие, это себе доверие горящему, дыхание и так далее. Активно проверяем, насколько все работает. Плодам приносит негативное признание позиции человека. Процесс выражения, процесс генерации. Элемент существует в этом просветлении, к которому мы движемся. Элементы вайбрейшн, когда мы вместе с самим собой, безусловно, это радость, здесь людям вставшим. Это очень хорошее подспорье к жизни. В семье заметим, что сейчас такого. Первый элемент. Чем больше расслабиться, могу ли я сейчас нисходящим сделать. От этого удовольствия. Могу ли я сейчас? А может мне сейчас нужно оценить. И нахождение в них с помощью каждый раз нужно оценить. Что сейчас есть смысл поддержать элемент вайбрейшн? Единый сейчас будет правильно сделать. То есть это технология, 2 делает 3. Элемент вайбрейшн очень удобно, когда мы хотим быстро начать процесс грамотно. Знаю, что у меня сейчас есть час, полчаса. Это все время, когда на контакт. Я спрашиваю грамотно, то на цель. Я выберу технику вайбрейшн, обучение через 3 года на еще один способ. Наряду с 5 элементами такой элемент. Назовем 3 пункта. Но пересечение с первый пункт звучит такти через самое сильное и вдыхающее. Речь вдохи вообще нет речи. Делать точку делать через самое сильное ощущение. Это о том, что человек физическое ощущение, что они из более яркие, и что есть не самое яркое происходящее в теле. Этот участок тела. Это замечательное привлечение внимания человека с телом. Выберите, как через него.
рыбу изучать. Исследуйте тонкие. Уже замечательная позиция. Следуйте, да, просто. И ощущения меняются, и текут по телу. Это желание, естественное желание. Природа по телу. И привлечение внимания. Ощущать, да, наблюдать ярким и самым тонким. Из тонких изменений. Третий пункт. Спрашиваешь, что точно я. И почему мы просто себе разрешили себе происходящее, потому что сейчас находится как правильно удовольствие. Обучение людей прохождение. И сколько на людей существует ДС, качество людям, что такое пять элементов. Это замечательный прорабатывать свой дыхательный путь, знать, что делать внутри, что является объектом, объектом процесса нашего. Нравится, мне кажется, что это лучше. Дыхательный рамок, фундамент, очень много одновременно происходящего, да, которые это техника внутри, которые легко. В этом и заключается дыхательный процесс, дышащий техникой другой дыши. Вдыхать ощущения, ощущения мы никак не можем. Мы можем управлять часть тела, здесь самые сильные ощущения. Вдыхать. Слово «вдыхайте» не сильное ощущение. Вдыхая тело, где мы сейчас, сильное, самое яркое звучит. Мы исследуем, чувствуем его. Сейчас самое выраженное физическое. И предыдущим через тело. Мы прекрасно, но все равно мы используем дыхание. Это наш скрытый участок тела. Часть внимания, святого участка тела, и сейчас ощущение. В этом смысле, да, дышать частью лежит в данном месте, где находится. Тем самым, поэтому, возможности, метафора. Вдыхать еще можно представлять себе, что эту зону тела сейчас нужно. И на протяжении этого болит, может быть, у него на протяжении дыхательного процесса сильно, самое сильное ощущение находится. Дыхательного процесса, находить самое сильное время, пока оно является, а потом двигаться, да, встречаться с тем, которое... Физическое тело, более чистое внимание. Да, очень по-разному себя ведет. Очень. Какой-то момент произойдет. Люди очень разные вещи, способы взаимодействия, очень-очень разные движения. Объектов медитации дыхания. И я бы вас по подобным вещам дыхательный вопрос, чтобы у вас возник. Здесь усилий третий пункт, который звучит пять удовольствие. Получите максимум можете. И от этого такой, на самом деле, лучше сам работать с вами. Тонкие изменения в этом ощущении. Дыхать через самые силы, спокойно, детали физического ощущения. Получать удовольствие. Желание почесать пятку, что покалывает, любовь, гнев. Вайбыши всегда один. Скажите, что? Это просто сразу. Что? Простите? Пятку. С випассаной. Это очень подобно. 15 лет назад випассаны в Швеции. Мы занимались вайбыши. Решили говорить. Дали, боже мой, вайбыши. Мы с древними корнями обрадовались. У нас было вайбыши. Узнать, что такое огромное внимание, опять о работе с ощущением, он был очень похож. Можно ли сделать, можно себя ущипнуть там, можно погладить. Сейчас одну минуточку. В дыхательном сеансе мы с тем, что есть. Есть, не создавать лишнего. Фантазии, нам думается, что реальный мир всего удивительно. Когда позволишь себе быть мне. Чтобы постепенно фантазировать дыхательный процесс, устраивать то, что на самом деле. Дыхательный процесс именно за интересное, действенное, за достаток для лишнего. В дыхательном процессе мы создаем лишних себя, пытаемся вести по отношению к и там есть дело или вы, за дышащих, кто сидел. Как можно было действие расслабить?
отношении своей души. Как реагировать для всех сверхизбыточно и для себя, и для там только с тем, что есть, не создать сигналов. Определить, что он лишний, потому что есть. Задача все равно есть. Большая творческая задача. Расскажет излишним действием или нет. Быть, учить. Произошло. Значит, мы должны принять, чтобы создать акцию. Расслабить. Но обязательно откорректировать. Набрав больше о жизни, о дыхательном действии в сторону более. И действительно, только приняв, начинать корректировать. Нет. Но корректировать в сторону большей точности. Каждому показано. Далее, приняв то, что произошло, и расслабившись, поэтому делать вывод, был ли это тот анализ, лишь корректировка, никто еще. И чем больше мы узнать и проработать старые подавленные, залежалые физически, эмоционально, очень принять решение, чем ожидается на то, чтобы точно решить и действовать истинно, а не в соответствии с представлениями, чувствами, которые случаются. Она полезна всегда, очень способствует качеству. И все дыхали любовь, вайвишн, далее. Она об одном. Отпускаем страх. Не то, что есть. Нужно начать корректировку обязательно. Correction — это корректировка без неправильно. Это поддержание себя, это меняться. Осуждение того, что происходит. Меняться, не осуждая задачи. Наказание. Попытка каждый раз время. Судьбу некоторые вещи нарешаются и не усилаются. Психическое, конечно, абсолютно. И вайбейшн делает, кто самокопается, удерживает себя, дышит связанно и видит все происходящее. Слово про самокопание, восхождение с ума не было. Возникают, понятно, откуда. Из некоторых тревоги, да, из-за желания физически сохранить. И мы такого рода вопрос. Грамотно оставаться в пути, то физическое и психическое. Да. Конечно, можно во время прогулки с ним. Есть у нас такая поддержка с инструктором взять индивидуально, укрепить. Сравняться, технику поставить, и тогда есть смысл клания, если называют так называемый рашан, в котором адаптироваться, приладиться к нему, смысл к нему быть в начале, очень безопасная обстановка, навык пребывания в нем, сохранение своей жизни, физического тела, на улицу, и там заниматься. Все время знаю, когда мы занимаемся. Нам нужно быть очень бережными. Техника возникает, когда вы уверены. Водить машину, да, выезжать сложную трассу, когда вы понимаете, что в своей жизни. То же самое, набирается опыт, когда признает, оставлен. Тогда есть смысл, каждый это всегда критик, как будто правильно. Да, есть. Имейте в виду протяженную зеленость, то же самое, как и в ребенке. Час-два процесса нахождения в легком дыхании, в трех пунктах бесконечно. Здесь нужно просто быть очень аккуратным, там не войти в глубокий. Для начала там 20, 30, 40 сеансов. Становится и сегодня форматом сохранения, да, должны быть сложно, но у них очень сложно будет формат. Это нормально, это немножечко тело будет делать. И останете, будете дальше сидеться, что будет делать проще. Это когда вы увидите, что вам и рядом с дышащим, то дыхательный процесс находится. Это можно делать. Ладно, с тобой, при сохранении своей жизни, возможно, даже. Хорошо. Есть еще? Связанное осознанное дыхание. Conscious connected breathing. Осознанное connected breathing. Которое употребляет слово с. Conscious connected breathing. Доктор.
Любимость. Хорошо. А сейчас будьте добры, пожалуйста. Лежи. Дыхание красоты. Это дыхание один из лучших. Дыхание в глаза. Сейчас посмотрю глаза каждого сидящего. Сидите своих соседей. Можно подальше. Формат-то дыхание. Для вас сейчас важно снимать. Легче только возможность. Легче. Связано легко. Мягко. Легчайше, когда вы не ласкаете себя дыхание. Легчайше. Убедитесь в том, что ваш контакт глаза в глаза. И сколько дышите с ним, глядя ему в глаза. И как только вы принимаете решение, вы тут же идете, да. И как только контакт глаза в глаза даете столько времени, это будет, где мы будем, и первое, и сильное ощущение. Исследуйте то, что получаете удовольствие. Есть ли вопросы по технике? Спасибо большое. Чтобы вошли в контакт с этим человеком. Осознанно дыхание. Как он свое тело? Через удовольствие происходящее. И сколько вы пожелаете. А если сейчас с глазами, как вы научились, идете, как только вошли, остались. Плачете, не здорово, вам хочется смеяться. Легкое дыхание. Чувствуете тело. Спасибо.